В ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаэла Джабарова с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варангом шла речь о прочных связях между нашими странами, развитии экономических отношений и создании совместных институтов для укрепления сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса. Об этом министр написал в сети Twitter. Министры также подписали меморандум о взаимопонимании с братской страной для укрепления экономического партнерства.